Ну, во-первых, надо сказать, что очень-очень многие русские люди действительно беспокоятся об этом, и беспокоятся об украинцах, беспокоятся о тех беженцах, которые вынуждены оставлять свои дома, беспокоятся о тех людях, которые пострадали от этих конфликтов. И я лично сам собирал средства для пострадавших, и очень многие москвичи, очень многие знакомые мои, они сразу же откликались и перечисляли деньги, и все эти деньги ушли на гуманитарную помощь для востока Украины. Вот. Скорее всего, Россия будет принимать, конечно, беженцев, пока сможет это делать, учитывая, опять же, такие именно вот состояние вот такой агрессии Запада против России. Крест такой.